Я встретил ангела, он грелся у огня, прикрывшись крыльями от ветра стужи колкой. Он взгляд задумчивый направил на меня, как будто протыкал меня иголкой. Чуть-чуть помедлив, я спросил его, что он здесь делает в такую непогоду, и кто его направил одного вершить дела в такое время года. «У нас работа длится круглый год», — заметил он, как будто между делом, «что солнце светит или дождь идет. Мы лечим души и спасаем тело. А хочешь, я открою твой секрет, души твоей секрет тебе открою. Секрет тобой хранимый много лет, секрет, который душу рвет порою. Я покажу тебе твою печаль, судьбы разбитой вдребезги осколки, слез водопад, текущий речкой вдаль, из нитей грез, несотканного шелка. Души твоей, открытой наготу, она видна, как солнце луч в тумане, твою до боли тайную мечту, что прячешь ты в своем самообмане. Мне стыдно было поднимать глаза, узнал все то, что на душе творилось, скатилась вниз предательски слеза, и от волнения дико сердце билось, а он все говорил, не умолкал, в душе моей, как в мусорке, копался, душевных тайн все больше выдавал, и оттого никак не унимался. Замолкни, хватит, я по горло сыт, ты вывернул мне наизнанку душу, она и без тебя порой болит, мне надоело эти бредни слушать. Он замолчал, но молвил, уходя, слова его, как пламя, обжигали, и я возненавидел сам себя, ведь он был прав, мы оба это знали. Я грех людской не в силах оправдать, грехи нельзя оставить за порогом. Ты от себя не сможешь убежать, в своих грехах раскайся перед Богом.